Это самки, которых я посадил на диету. Вот 4 самки. Вот. И одна серая, что сидела с той. Вот эта вот самка самая старшая. Вот она самая старая, что у меня в хозяйстве есть. А это вот две ее дочери. И вон та серая крольчиха, которая сидела с той мамашкой. Вот я их кормлю сеном. Даю бревна вербы, они обгрызают сочные. И не даю ячменю. Я думаю, за недели за полторы они похудеют. Потом накидаю в клетки кал самца. Говорят, через 4 дня они придут в сильную охоту. И подпущу к самцу. Будет у меня в крольчатнике рождаться. Крольчатники я пленкой обматываю, чтобы не замерзли ночью. Но в течение дня, когда 3 градуса мороза, под пленкой вода даже не замерзает. За ночь вода замерзает. А за день уже оттаивает и нормально. Вот, жует сено. Худеем, да? Тут ко мне вон кто пришел. Кс-кс-кс-кс. Котик по кличке Сиря. Он полубританец, полубеспородный котенок черный. Кс-кс-кс-кс. Папа у него британец. Кс-кс-кс-кс. По кличке Том. И беспородная кошка черная. Вот так вот. Маленький, красивенький, мурчащий. Подпускать буду вот к этому самцу. Шиншиллового окраса. Куда полез? Вот такой вот красавец. Ему 4 месяца. Нет, 5 месяцев. У него была линька. Он обленял, был немного агрессивный, кидался на руки. Пытался кусаться. Но линька прошла.